Всем привет! Как-то раз у меня заклинило спину. Пошел в больницу после обследования, обнаружили грыжу и протрузию поясничного отдела позвоночника. Выписали уколы и кучу таблеток на большую сумму. Но все эти лекарства не лечат, а только лишь снимают воспаление, а мне нужен был реальный результат. Поискав в интернете, перечитав кучу форумов, нашел решение, причем работающее на все 100%. Это тренажер для спины, точнее для позвоночника. Его можно купить, но есть решение изготовления его своими руками за 5 минут, а главное без вложений. И сейчас я вам покажу, как его изготовить, а потом расскажу, как он работает и за счет чего достигается лечебный эффект. Так что, друзья, перемещаемся в мастерскую для изготовления тренажера. Для того, чтобы изготовить этот тренажер, нам понадобится вот такой вот кусок ламинированного ДСП. Размер в данном случае 300 на 300 мм. Обычный. Черенок от лопаты. Подойдет даже бэушный. Первым делом нужно разметить линии обреза. Я хочу сделать круглую, можно оставить так квадратную. Кому как удобно будет. Нужно найти центр. Вот такой вот тренажер у меня получился. Довольно удобный, компактный, легок в изготовлении. Сейчас я расскажу, как он работает. Покажу его заводской аналог. Но именно вот этот вариант тренажера мне нравится больше. Эффект от него намного лучше, потому что диапазон колебаний, то есть сам рычаг колебаний, больше, чем у заводского варианта. Сейчас я вам расскажу, как он работает, почему он так работает. Это научно доказанный факт, это не я придумал. Так что прошу всех не перематывать и внимательно послушать. Это 100% вариант излечения ваших поясничных грыж и протрузий. Также и остеохондроза, ну что в принципе одно и то же. Исследованиями ученых установлено, что главной причиной болезни спины, в частности остеохондроза, является нарушение питания структур позвоночника. Это происходит от недостатка движения в коротких мышцах позвоночника. Сиденье Толстунова, так называется этот тренажер,
восстанавливает работу мышц позвоночника. Принцип действия следующий. Когда вы сидите на этом стуле, начинает работать вестибулярный аппарат, который в свою очередь заставляет работать именно те группы мышц спины, которые отвечают за поддержку позвоночника. В других случаях эти группы мышц не работают. При работе мышц обеспечивается качественное кровоснабжение и необходимое питание позвонков, межпозвоночных дисков, спинного мозга и нервных окончаний. Позвоночник устраняется главная причина боли в спине. Боли уходят. Длительное использование тренажера Толстунова дает возможность естественного самовосстановления структур позвоночника и исчезновения грыж межпозвонковых дисков. Таким образом, основной принцип – это самовосстановление. Лучше этого природа еще не придумала. Просто сидите на этом сиденье хотя бы 5-10 минут, как делал я. И это все, что от вас требуется. Также он помогает для профилактики простатита и геморроя, так как усиливает кровоснабжение тазовой части. А теперь самое важное. Я хочу показать, как правильно сидеть на этом стуле-тренажере. Устанавливаем этот стул на любое место в доме. Как я это делаю? Ставлю стул перед телевизором, засекаю 10 минут, сажусь, ставлю ноги вместе, вот так вот. Вместе. Кладу руки и 10 минут стараюсь не упасть с этого стула. Вот и все. Первое время вам будет тяжело, но через неделю вы привыкнете, а может быть и раньше. Через 2 недели у вас пройдут боли, скорее всего, если у вас не сильно запущенная проблема. Но самое главное, если вы хотите, чтобы ваша спина была здорова, вас не мучил геморрой и простатит, просто каждый день, не забывайте, можно перед сном, можно утром, 10 минут уделять просто сидению на этом стуле, даже перед телевизором. Желаю всем большого, огромного сибирского здоровья, удачи, успехов. Пока-пока.